Казанском федеральном прошла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова и директора Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий профессора Ильдара Габитова. Основная тема обсуждения – это подписание соглашения о сотрудничестве между КФУ и Сколтехом, в рамках которого рассматривается создание совместных образовательных программ по физике. Фотоника – это одна из самых высокотехнологичных областей в настоящее время, которая бурно развивается. И специалистов в этой области в России не хватает, поэтому имеет смысл объединить усилия и сосредоточиться на образовательной деятельности в этой области. Ожидается, что подписание соглашения о сотрудничестве состоится в КФУ 13 апреля 2017 года. Казанский университет посетит обширная делегация Сколтеха. В рамках этого визита будут установлены условия согласования и внедрения в КФУ совместных образовательных программ. Анастасия Иванова, Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз.